Об этом-то вопросов нет. Ну тогда все, полтинник надо кинуть ей сейчас, чтобы она забронировала. Садила самолет. Просто я не могу уже, ну. Я уже, блядь, собираюсь. Я в эфире, кстати, вышла в эфир. Просто уже собираюсь, Крис, знаешь сколько? Уже полгода, блин, куда-то улететь. Это невозможно. Ну, хороший вариант. Но с вами. Дорогие друзья. Где все? Мы тут обсуждаем. Мы собираемся уже полгода куда-то улететь. Да, и все сейчас появилась возможность. Наконец-то. Улететь вместе с Кристиной отдохнуть. Кристин, тут тебя все потеряли. Устраивайте это. Вечеринку. Где Кристина? Все очень интересуются. Очень. Где Крис? Иди поздоровай. Привет. Ой. У тебя какая тоналка? У меня их две. Покажи-ка. Неси. Корейская и... Принеси, попробуй твою тоналку. Давай. Не жлобничай, дочь. Да, не жлобничаю. Да, Кристина вчера купили путевки в этот, в Риксос. И я просто... О, это что за тоналка? Ну, я мешаю. Подожди. Она корейская, очень плотная, очень хорошая. Плотная? Так, смотрите, девки. Пробуем. Что на меня маска не срабатывает? Вот. Блять, вот. А с чем ты мешаешь? Вот с этой. А это что? Я вот сначала вот эта, она светлая, это потемнее. У Кристины живота нет. Так это она потому, что она родила еще. Очень довольна. Так. А, да? Класс. Да. Ногти, вот ногти. А, блядь. Они грязные. Сейчас, подождите. Блин, это шикарно. А как ты узнал про эту тоналку? Крис, сколько она стоит? Рублей 700. 700? Так это дешево. Да. А это? Так, короче, я по совету Крис смешала две тоналки. Почему? Ну, потому что я могу так тон точно сделать, который не нужен. А. Блин, тон шикарный. Ну, я сама его там это... Он матовый, да? Он матовый, да, он очень хороший, он плотный. Он прикрывает все. Даже тебя сам. Тоналка... Подожди, а где ты это взяла? Ну, я купила в этом. В чем? У нас в меди он продается прямо на островке корейской косметики. Так, сегодня в Сохо будете, да? Кристин, ты в Сохо идешь? Я хотела, но у меня самолет. Вы представляете, это скотина? Просто, вот по-другому не назовешь. Это твой брат оставил. Нет, вот все спрашивают, я тебя беру в Сохо, а я типа, сука, тебя не беру, прикинь? Подожди, Крис, а может давай билет сдадим на самолет? А поменять можно? Обменять точно нет. Мне уже Аня хотела, мне же Аня говорит. Тоналка просто пушка. Я куплю себе билет и уезжаю. Прикинь. Аня. Тоналка просто пушка. Это корейская мат, да? Матовая. Коллаген, да. Вообще чума. Я тебе говорю, я с ней даже пудрой не пользуюсь. Че? Пудрой не пользуешься? Да. Ну то когда жирнится, например, кожа совсем там жарко, тогда пользуюсь. А так вот, когда сразу нет. Короче, дайте я вам скажу, что мы решили лететь вместе. Куда? В Турцию, вот. Потому что Кристина вчера прилетела к нам, сидит, такая деловая. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, тур выбираю. Я говорю, сука, сука, говорю. То есть втихую выбирать. Покажись нам. Скотина, у тебя почему такой живот плоский? Не знаю, качать надо. Не знаю, вот знаешь, я вообще удивлена, я ненавижу таких баб, которые, знаешь, стоят и говорят, типа, это не я, это сам такой, понимаешь? Боком повернись. Блин, подожди, стой, а покажи татуировку на спине новую, я хочу... А ты ее не посмотришь, почему? Ее надо скорректировать. Подожди. Она вниз идет. А, вниз идет? Да, смотрите, цветок сделала, наебенила себе. Красивая сноха, конечно, нереально красивая.
Лак есть для волос? А? Лак для волос есть? Нет. Лак есть, конечно. Как он у тебя хорошо лег прям. Лег? Да. Мне кажется, да. Мне тоже кажется. Удивительно. Да, лак для волос есть, нет? Нет, я не могу отказаться от еды. Вы что, шутите? Я тоже не могу. Так а Кристина сегодня... А, я вам сейчас все покажу. Вы что тут думаете? Кристина сегодня утром пошла в магазин, пока я спала, и купила. Я вам покажу. Вы говорите, не ждите. Сейчас, я вам покажу, что она купила. Значит, смотрите. Она, значит, купила вот эту вот колбасу и сказала мне: Маш, знаешь, как вкусно? Вот ты вот эту колбаску, 5 кусочков, а под эту колбаску, сука, вот этот сырочек. И навернула 3 куска хлеба. Вот это вот ведьма. И ушла сейчас. Типа она не при делах. Это слышишь? Это мне говорят, так ты не жри. То есть она ходит, жрет с утра до ночи. А, еще коровка. Где коровка? Печенье, коровка. А, она уже съела. Все, все. А еще новая! Ты новую купила, Крис! Да. Вы посмотрите, она новая купила. Вот понимаете? Вот. 375 калорий в штучке. Она вот сейчас упаковочку отъест примерно. Примерно, понимаете, да? Вот. А вы мне говорите. Просто она ведьма. Ведьма. Такие вот ведьмы, они замуж выходят, понимаете? Им везет. А такие, как я, они вот сидят и все. И хуй сосут иногда. Пососывают. Это же тоже неплохо. Блин, ну ты же нужен и сосать. Понимаешь? А не без толку. Ну да, надо же с пользой. Для души. Да. Для здоровья. Крис, слушай. А? Вот мне прям... Очень обидно, блин, что... Блядь, можно сказать, Сереж, что это, отменили рейс, блядь, но можешь зайти проверить. А можно сказать, что это, рейс отменили? И чтобы, знаешь что, и в Сохо пойдем сегодня, там все идут. Давай брату скажем, он же на меня не подписан, правильно? Чем будет 23:55, буду я в 3 ночи, он кулебас будет спать. Конечно, он тебя даже не встретит. Можно утром прилететь, прям взять какой-нибудь самолет. А ты можешь посмотреть, какие там рейсы есть? Кончится. Пятиутренний, я приеду. Пятиутренний рейс Кристина собирается брать. Поняли, да? Пятиутренний. Вот это вот я понимаю. Пятиутренний рейс. Я такого еще вот слова даже не знала. Слушай, Крис, мне надо было к тебе раньше обратиться. Со всеми вопросами. Ты меня точно научила. Да я вторую упаковку открыла, мне просто плохо. Вот. Это самая лучшая пудра с лошадью, девочки. Сфоткайте себе, клянусь. Я думала, что это фигня, а оказалась шикарная. Кто эта девушка? Это жена моего брата. Очень хорошая. Мы ее безумно любим всей семьей. Ну, это так, я немножко вру, конечно. Мы ее недолюбливаем, но вынуждены делать вид, что мы безумно ей рады. Уже каждый день прилетает практически. Скоро переедет в нашу квартиру. А знаете, очередь, когда утро пошла, еду купила нам. У нас-то есть нечего, посуду помыла. Ну, все, это же вообще, я говорю, Кристин, не мой, не мой. Она, конечно, хозяйка. Вот сразу видно, что жена. Жена настоящая. Вот. Маш, ты много бухаешь? Нет. Ну так, я не могу много, мне жалко денег чисто в ресторанах. Вчера пришли в Эрвин, значит, рюмка виски вот эта вот, 40 грамм, 900 рублей. Ну то, знаете, даже при желании много не выпьешь. А домой приходишь, уже не продают спиртное. Все. Не продают. Все, идеально. Крис, ты посмотрела билеты? Посмотрела. Что тебе все равно ночью делать? Ты прилетишь и все, никому уже не нужна там. Я с тобой согласна. Там тебя даже никто, ни сын, ни муж не встретят. Все дома спят.
Конечно. Что-то я с носом переборщила, по-моему. Бля, Крис, посмотри, что я творила просто. Что-то очень, да. Я что-то ёбнулась немножко. А зачем я так сделала? Тебя вся сторона поддерживает, что нужно погулять тебе сегодня. Блять, можем ему сказать. Слушай, ну блин, билеты только на 8:25 есть. Утро? Да. Ну вот, как раз прилетишь и все. Ну это, блин, мне кажется, надо пораньше. Пораньше? Ну чтобы вообще никто не чухнул, что я не приехала, ты в 3 ночи. А, то есть, типа, приехать под утро, да? Да. Типа, это, рейс задержали. То есть, ты выехала не в 11 ночи, случайно, а в 5 утра, блядь. А задержали. Все так, как... а что еще есть? Внуково, да, еще есть? Шереметьево, Внуково, Домодедово. А, тут вообще вечерние только. Короче, один вариант. Какой? Ну, я не знаю, блин. Мне кажется, Сережа меня кокнет. Какая разница, блядь? Утром же прилечу. Вообще тебя никто не заметит потери, поверь. Ты настолько худая, что ты можешь за столбом встать, и тебя не видно, я тебе клянусь. Посмотрите, это человек, который только родил. Да не только, а 2,5 года назад. Ну, 2,5 года. Я бы после 2,5 лет вообще в дверь не пролазила уже. Я тебе отвечаю. Я просто не пролезла бы в дверь. А какой рейс из 7? Кстати, у С7 плохие самолеты какие-то стали. Да? Ага. А сколько билет стоил туда-обратно? 10? Вот тоналка. Вот, нужно смешать 2. И все идеально. Руки грязные, да? Они у меня, блин, это, в автозагаре. А ногти, вот, смотрите, я играю на скрипке. Видите, что с ними? А вы говорите, красить, блядь. Нет, все, нос просто невозможно. У меня характер идеальный. Меня? О, да нет, у тебя это ужасный. Ты еще та сука. У меня. У я всегда нет. Молчу. Всех люблю. Хотя, мне кажется, нужно быть стервой. Клянусь вам. Для жизни нужно быть стервой. Крис, а кто тебе тоналку посоветовал? Сама. Как? То есть ты давно пользуешься, да? Ну, уже год точно. Год? Мама, да блин, с мамой я перессорилась, потому что она, блядь, ездит в Жуковский в детскую музыкальную школу за 3 пизды. Я говорю, мама, все, нужно увольняться, потому что, ну, говорю, ну, нельзя так далеко ездить. Но она меня не слушает. Марина позвонила? Нет. А что она мне будет звонить? Она отдыхает. Она вообще забыла, что есть. Мне кажется. Крис, в чем идти сегодня? Это если с 7, то можно. Сережа же в прошлый раз, когда за тобой прилетел на операцию, он обменял. Я помню, да, за оплату даже. Мы собираемся на съемки. Кристина сегодня тоже будет сниматься в ролике у нас с блогерами.
Да, ребята, это просто так пишут. Меня никто не видел с Вовой, потому что мы не общаемся. Я вчера была с... Как сказать? Мы были в ресторане просто с другом, с которым Аня познакомилась на конкурсе красоты. И с Кристиной. Поэтому вы больше верьте тому, что пишут. Она стоит максимум 700 рублей. Тоналка, да, 700 рублей. Поняла. Алена будет сегодня? Алена, да. Соха, конечно. Кого блокировать? Я заблокирую. За 700 рублей не оригинал. Я не знаю, просто первый раз вижу такую тоналку. Ты смешиваешь тоналку. Я сейчас смешала вот эту тоналку, и мне Кристина дала какую-то... Кристин, а люмине это что, сиси просто? Да, да. А ты почему смешиваешь? Она более светлая, типа? Да, люмине текстура помягче, она то есть делает ее среднюю, не очень плотную. Мам, мы тебя потеряли, мам. Быстрее иди в школу и ставь на зарядку, чтобы я не нервничала. Мне нельзя нервничать, мам. У всех, кто знает, есть эти тоналки. Ну, блин, я первый раз, видите, мне дала Кристина. Я вообще в лицо такое не видала за всю жизнь. Вульгарное, не вульгарное. Вам-то какое делать? О, блин, вам-то какое дело? Я просто не совсем понимаю. У меня такое ощущение, что я ваша жена. Или сестра, или дочь, я не знаю, чтобы так это... обсуждать, какая я вульгарная, не вульгарная, это вообще кому какое дело, все люди разные. Мамочка, о, пиарка, окно мой вышел. Привет, привет всем, дочь, привет. Маш, ты красивая, вместе с вами. Маш, почему с собой квартира? Подождите, войска Польши. Слушайте, так у нас в Самаре не одна квартира. А продавать-то зачем? У нас, как бы, я считаю, что для Москвы нормальная жилплощадь. Кто-то вообще вон живет, с друзьями снимает, и ничего страшного. Болею с похмелья. Срочно пенталгин, полисорб и... не месил упаковочку, срочно, срочно. Бля, болеть с похмелья, это самое жесткое. Я вот поэтому вообще больше не пью, потому что... О, Кристина вот чуть не сдохла. Причем эта коза выпила вчера только вино. Сколько ты выпила вина? Ну-ка. Ну, я не бокал, 6, наверное. Макс, где наша реклама? Ты вообще работаешь или нет? Так. Сколько ты выпила, дочь? Бокалов 6. 6 бокалов? Хуёво, очень хуёво. Хуёво? Зато у тебя роликсы есть вот такие вот. Это, блин, я тоже такие часы хочу. Покажи, дочь. Ну, уже подарил. Блин, я так хочу такие. Но они дорогие, кстати. Они еще сейчас подорожали. А вот это что такое? Пипочка. Это этот, секундомер. А, это секундомер? Да, сейчас так, типа, так вот как-то чик. И он тебе не нужен просто, да? Это просто так. Ну, я время-то не знаю, как смотреть на него. А, ты не знаешь, да, как время смотреть? Так. Я занят. А, ты билет ищешь, да? Нам скоро выезжать, кстати, Крис. А я готова. А есть мы будем или нет? Давай поедим. Надо вообще в сметану хотела сходить. Сметанку. Сметанку, дочь, хотела. Ну, донька моя. Ты можешь упаковывать.
Смотрите, какая огарутера. Блин, кстати, а у меня, по-моему, такого не было сверху, да? Я тебе тут косил. Нет, нет, там тоже есть такая. А, есть такая? Конечно. А я... слушай, а ты помнишь, что я наращивала волосы? Я? Да. Я их продала, кстати. Подожди, а почему за ты... за такие копейки. А почему ты сняла волосы? А потому что тяжело мне. Тяжело. У меня 450 капсул было. Свои объемные. Они тянули вниз этим, с этой тяжестью. Мне некомфортно было. Мне как сопли были здесь, я не могу так. Сейчас немножко осталось срезать крашеные, будут свои хорошие, будут расти длинные волосы. Все, репортаж окончен. Шикарно. Блять, не знаю, что делать. Почему не замужем? Ну, дорогие друзья, вы думаете, это так просто? Я бы тоже с удовольствием была шикарной мамочкой и женой, но видите, пока все сложно. Пока все сложно. Кто вы там говорите? Шикарная пятерка, которая продается за бухло? О, Господи. Вы, конечно, вот люди странные. Вы неужели думаете, что можно вообще продаться? Вот мне просто интересно. Вот неужели вы думаете, что можно спать с кем-то за бабло? Вот просто. Вот вы вот представьте меня там, да, Брянскую, Алену, чтобы мы реально вот просто пошли, да, к нам вот подошли, познакомились, и мы сказали, ну что, даешь там соточку за полчасика? И мы такие, о, все, это, сука, шанс. Ну, вообще пипец. Вот люди, конечно, странные, вот прям вот не могу я. Всем привет. Очень красиво. Не получится обменять этот билет. А? Уже зарегистрировано. Почему ты не работаешь сутками дома, дочь? Ты вообще у тебя... Может, я за сметаной схожу? Ты хочешь? Давай. Ну, Настя, ты хочешь, иди, дочь. Давай сметану. Я не знаю, про кого вы имеете в виду сутками дома. У меня не бывает вообще, блядь, дома. Я все время хочу поспать. Ну, что? Давай сметану сходим. А с ней что есть? Перчики, да? Перчики, её же, конечно, вкусно. Подожди, а как ты узнала, что билет нельзя обменять? Я сейчас нашла, типа, обменять, и вот написано, что некоторые пассажиры, это я, но уже зарегистрированы на рейс, типа, и билет этот обменять не получится. Ну ладно, что ж. Слушай, ладно, мы сейчас в Турцию, если прилетим, вообще круто тусим. Так, нам нужно сейчас это. Нам нужно сейчас это. Сейчас лучше пойти к сметану. А, ты за сметану. Да, есть кроссовки, смотрите, да. А то это вот сейчас свидетель, что это увидел. Да, да, вы увидели. Это оригинал. А? Да. Сворачивай, бабушка, дедушка. Ты там не пропади. Смысл прямого эфира, если нет ответа. Ну, блядь, ну отошли на минуту, ёбаный свет. Сразу претензии. Видите? Видите? Так, и кофта какая-то нужна. Кристина, что ты покашливаешь? У меня другие на голову. А, на голову. Так, ну что? Машуль, ты красотка. Спасибо большое. Мой любимый. Thank you.
дочь Кристина, это жена моего брата. К большому сожалению. А, ты еще здесь. Я думала, ты ушла, Крис. Извини, я думала, ты ушла. Маш, а ты с Бабичем переписываешься? А это вообще кто? Кто это такой? Я понятия не имею, кто это. Первый раз слышу это имя. Кто такой Бабич, Крис? Я не знаю, кто это. Вы, это про кого речь? Дочь. Кто такой Бабич? Ты не замерзнешь? Дочь, узнай, кто такой Бабич. Да, вот у меня, кстати, заметил, многие мои подписчики, блин, сторисы мои не смотрят. А они у меня такие все прикольные. Кстати говоря, я не знаю, почему так. Как ты оделась? Сейчас, покажем. Дочь моя. Вот ты приговор. Ну, блин, ну так нельзя красиво ходить, Крис. А? Мне кажется, это вообще несочетаемые вещи, но мы же за сметанкой. Вот, блин. Вот. Такая ты красивая. Я очень, да. Все. Так, дочь, а мы в чем поедем на съемку? Ты решила? У меня одежды немного. Я выбрала небольшую. Говоришь, что шикарная. Спасибо. Все. Там тебя откроют. Да, я знаю. Все, давай, дочь. А ты телефон взяла? Ну ладно, иди. Все. Сварила, дочь. А, бля, у меня такие боли в животе. Да что ж за фигня? Маша, ты смотрела эфир с Лизой, где она говорила, что делала анилингус. А что это такое? А что это значит? Скажите мне, что это значит. Я не поняла, что это значит. Выпись, пока я снимет боль в животе. Да у меня нет, у меня просто такие, ну поняли, дни. Мне живота болит, прям безумно подыхаю вообще. Я уже столько, блядь, выпила таблеток обезболивающих. Это вообще вредно. Кристина пошла в магазин. В магазин. У меня какой-то украинский акцент стал немножко, нет, вам не кажется? Крис пошла в магазин купить сметану для перчиков. Слушайте, да вы меня достали с этими вопросами про эскорт. Мы вообще с Лизой не общаемся. И я думаю, что как бы про эскорт это смешно. И зачем это нужно? Она очень красивая. У нее и так дофига мужчин, которым она нравится, ухажеров. Думаю, что известные женщины, они не будут как бы заниматься эскортом, потому что это, знаете, очень как-то, особенно в наше время, очень опасно, все распиздят. Нахер это надо? Тем более у меня дочь такая хорошая, Лиза. Вообще, конечно, отцы, которые отбирают детей, это просто конченые уроды. Если он думает, что он воспитает дочь лучше, чем Лиза, то он просто дебил. Потому что лучше матери никого не может быть. Никто не может заменить родную мать. Никто.
ни одна женщина, даже самая хорошая. Тогда на что она живет, как можно все время отдыхать? Да дай бог, чтобы было на что жить и чтобы отдыхала. Мы должны только радоваться, знаете, за женщин, которые могут отдыхать. Мы должны радоваться и также учиться жить. А не то, что, знаете, говорить, ой, да это шлюха. Отдыхать все время, потому что она эскортничает. Понимаете? Нужно наоборот сказать, блядь, да слава богу, что она так живет. Я бы так же хотела, например. Жить и как бы не думать о том, что завтра буду есть. И где я буду спать. А не лингус, это жопу лизать, поняли. Не, ну а что, если помыли, что не полизать? Я помню, я еще жила в Самаре, мне подруга говорила, Маша, секс в жопу, это так охуенно. Я так тогда прихерела, вообще чуть не упала. Думаю, ёлки зеленые, куда катится этот мир? Я тогда так подумала. Ой, сука, глаза зачесались. А чё все смеются сейчас? Ебаться готовишься? Да я всегда крашусь, даже когда не готовлюсь. Чё готовиться к ебле? К ебле, наоборот, нужно раздеться и умыться, чтобы так особо ничего не мешало. А так чисто, знаете, сходу с кем-то поебаться, это прям не про меня. Я так не люблю. Мне нужно, чтобы все помылись. Чтоб пищу помыли. Вот. Мне это вот важно. Вообще, конечно, вот так вот послушать мой эфир, это реально, знаете, разговаривает с вами уровень ПТУшницы, которая с трудом закончила это, колледж. Вот серьезно. Вот я сейчас вот разговариваю с вами и думаю, это вообще что такое? А это же Московская, сука, консерватория. Представляете? Я просто в шоке. Я реально, я закончила лучший вуз страны. Одно дело секс в жопу, другое лизать в жопу. Это одно. Ой, да, господи. Это уже никакого значения не имеет. Дно не дно. Главное быть человеком хорошим. Меня вот гораздо лучше, я больше уважаю тех блогеров, которые говорят правду там, чем те, которые из себя строят пись королев, а сами переебанные во все дыры по 500 миллионов раз пробы негде ставить. Чё за бред? Нафиг тогда все это нужно? Знаете, это я бы сейчас стояла и говорила. Ой, доброе утро, мои дорогие. Ну что, я сегодня иду в Сухо. С водителем мой приедет. Вот нужно немножко собраться. Вот ночь, конечно, меня утомила. Но ничего. Ничего. Вот. Курица пришла, моя любимая. Со сметаной. О. Я думаю, может попробуй, Серёжа, как-то уговорить, а? И стоаться. Ну почему? Звони в Сохо. О, блин, в Сохо звони, слышишь? Сохо, звони, блядь, брату. Отмените мой рейс. Я хочу к вам. А во сколько будет? Какой, мой? Да. Сейчас? Блядь, вот смотрите, кто там просил без маски? Вот без маски. А теперь с маской. Во сколько будет, дочь? Ну, сейчас 23:55. Вылет, да? Да.
Блин, 23.55, да? 23.55. Это по Москве, да, в 12, дочь? Угу. Билан. Кто там будет? Билан. Сейчас скажет. Ты охуела совсем. Оставайся там навсегда, сука. О, а что делаешь? Алло. О, звонит мужу. Можно, пожалуйста, ты что, охуела? А там можно снять регистрацию и обменять его. Там доплата прям какая-то небольшая. Можно, пожалуйста, ну, на Билан сходить хочу, ну, пожалуйста. Дочь расстроилась. Будет 8 утра. 10 минут. Ты посмотрел, там есть билеты на этот, да? Да. Я с Машей рассказала, кстати, то, что ты обиделся. Да что он врет? Он с Димой пошел в клуб тусить. Че он врет? Я, реально мне не нравится. Маме, а не мне при чем? Отпустил. Но он не сказал нет. Он не сказал нет. Что он сказал? Он не сказал ни да, ни нет. Что он сказал? Это значит, может быть, да. А когда это будет ясно? Мне просто нужно списки подавать. Слушай, что мне делать с волосами? Я вот не хочу с такой прической идти, это пиздец. Да. Мы тебя не будут, то что? Это... Слушай, ну фен у вас, конечно, жуткий. Я не смогу высушить. Я бы тебе высушила, был бы другой фен. Но я буду очень долго тебя сушить, я не успею. А у нас с таким этой прической идти? Сейчас там Кристина снимает регистрацию. Какая разница, да? Вот во сколько я тут чаще похуй. Ну ты посмотри, что там по билетам. Мне вообще Аня хотела билет купить, лишь бы я с ней осталась. А с ней чего она хотела где? Она еще не разобралась я в тебе. Я тебе, говорит, Бонечку. Все, говорит, переедешь, я тебе буду Бонечку свою оставлять. А Бонет кто? Бонет сервала. Да ты что, это... Прикинь, я, да, она вообще никого не воспринимает. Сервал, у нее большой сервал. А меня, короче, она подошла, два раза понюхала. А когда я спала, она спала рядом со мной на моих ногах. И подходила мне, лицо облизывала с руками, прикинь. Серьезно? Да. Как на улице, Крис? Холодно. Бля. Слушай, если сейчас все-таки что-то получится, я буду у тебя сейчас по гардеробу. О, еще вещи спиздишь, пиздец. Так, я сняла. В смысле? Я уже сняла же. Бронь? Да. Если вылет 8 ровно, да, по Москве? Угу. Это во сколько надо быть там? Да прям сохли поедем. Обратный можно поменять, ну вообще обратный. Я не понимаю, а что нельзя поменять? Какой у меня пресс есть?
Я не понимаю, нельзя поменять? Пришли мне, кстати, видео, где я с кроссовками. Мне очень понравилось, я себе там. Веснушка, Инда, можешь маме позвонить, спросить, она дошла до школы, а то нервничаю. Кристина смешная такая, она не может сдать билет, она нервничает. Она в образе. Все, готово, больше не буду красить, я заебала. Ёжики вон большой кастрюль, дочь. Вот они. Ну, будет еда. Заняты операторы. Так, нам сколько ехать? А как нам греть? По одной. Ну, не по одной, где? А вот в этом, маленьком. В кошке туда будет. А, ну все, так. А в чем? Подожди. Вот в этом. Да, в этом или в этом, дочь? Да. Пойду с такой прической. Инда, позвонила маме, она что? Взяла трубку. Так, ребят, мне нужно маме позвонить, я выхожу из эфира.